Когда покупаешь квартиру в долевой, ее можно увидеть только на макете или в виртуальном туре. Но согласитесь, как важно пройтись по двору, который может стать вашим, зайти в квартиру и почувствовать себя как дома. Квартира, которую вы увидите на экскурсии, будет выглядеть точно так же, как при сдаче дома. Чистовая отделка от застройщика включает в себя линолеум, нейтральные обои, межкомнатные ламинированные двери и натяжной потолок. Вам останется только расставить мебель. Считается, что создание интерьера квартиры начинается с ремонта. Обратите внимание, в этой демонстрационной комнате ремонт от застройщика, но при этом она выглядит стильно и необычно. Прямо сейчас узнаем у дизайнера, как этого можно добиться. Здравствуйте! Например, в этой комнате мы взяли за основу черно-белое сочетание цвета. Подчеркнули его настенным панно, черной люстрой и ковром зеброй. Естественно, что мебель будет у каждого своя, но чем помогает демонстрационная комната при расстановке мебели? Она помогает определиться с масштабом и размерами комнаты для того, чтобы перед походом в магазин вам понимать, на какую мебель стоит обращать внимание. Если вы хотите увидеть квартиру в новом строящемся мини-районе Образцова своими глазами, можно записаться на экскурсию. Телефон отдела продаж 277-9901.